Привет всем ковбоям, всем тем, кто неравнодушен к игровой серии Red Dead Redemption 2. У нас с вами на очереди еще один контент, который был вырезан из самой игры, к сожалению. И находится он на Гуарме. Я уже показывал вам ролик, где мы с вами слушали все секретные диалоги, которые были вырезаны из игры, связанные с говорящим попугаем. На этот раз также на Гуарме нашли 4 странные реликвии. Существуют модельки в файлах игры. 2 золотые и 2 серебряные. Чуточку позже я вам их покажу, но, друзья, перед тем, как показать, обязательно оставляйте комментарий, что вы считаете по этому поводу. Также обязательно ставьте палец вверх, все комменты я читаю, обязательно на них отвечаю, если они интересны и познавательны. Ну, а если вы предложите какие-то идеи для следующих роликов, будет вдвойне круто. В общем, друзья, 4 реликвии, 2 золотые, повторюсь, 2 серебряные, представляют собой две статуэтки, две такие типа тарелочки. Короче, знаете, мне это чем-то напомнило Uncharted, потому что в Uncharted тоже было очень много таких вот драгоценностей различных. Ну и миссии в Uncharted, они в принципе тоже проходили в таких вот тропиках. Почему вырезали этот контент из Red Dead Redemption 2? Я не знаю, скорее всего, Rockstar просто не укладывались какие-то временные рамки, и, как думаю я, просто они не стали заморачиваться, доделывать, допиливать какие-то миссии и решили оставить в игре только вот самое необходимое. Остальное, все, что не связано с основным сюжетом, было вырезано. В игре, кстати, в Нюгановере, в Нью-Осине есть достаточно много таких вот различных предметов уникальных, которые можно собирать, они у вас находятся в инвентаре, но их нельзя никак использовать. Это те же самые метеориты и различные фигурки плодородия. Да чего только нет, друзья. Вы сами все это прекрасно знаете, потому что уже, скорее всего, прошли игру вдоль и поперек. Поэтому, друзья, давайте посмотрим эти фигурки. Еще раз напомню, оставляйте свой комментарий, ставьте палец вверх, ну и обязательно подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Стич. Комментировать я их, естественно, не буду, просто вам покажу вот этот материал. Всем, ребят, пока-пока, увидимся в новых роликах. Друзья, знаете, пока я записывал этот ролик, у меня возникла такая мысль. А может быть, вот эти вот реликвии на самом деле существуют в игре, их нужно искать на Гуарме? Может быть, это не вырезанный контент? Что, если действительно отправиться на Гуарму и попробовать их найти? Я понимаю, что вряд ли это получится сделать, если просто с помощью глича попасть на Гуарму. Ну, а если, например, вернуться в 5 главу и полностью поисследовать карту, вполне возможно, что можно что-то найти. Поэтому свои догадки также пишите в комментариях. Ну, а на этом уже точно все, друзья. И еще раз вам пока-пока.